Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя-легенды. Ежедневные награды я забираю, конечно, как же без них. Так, у нас 500 баксов, это уже радует. Забегаем сразу с вами в магазин и открываем бесплатную колоду. Так, мутаген, карты японских монстров, зачем они мне? 26 пиццы, 80 сюриков и 6 бакинских. Шикарно. Так, ну, для начала я, наверное, куплю предметы. Ага, смотрите, что мы можем с вами приобрести. Рокстеди, 5 ДНК. Я думаю, стоит потратиться. Правда, у меня последние сюрики. Ладно, бог с ними. Потратим. Так, по монеткам у нас что? 94. Нам хватает, чтобы приобрести 3 ДНК на Алапекс. Тоже это делаем. Так, а что у нас по жетонам? 850. Оу, мы с вами приобретаем 3 ДНК на наших кроликов. Обязательно покупаем. 5 ДНК, и у нас появится с вами новый персонаж. И это круто на самом деле. Так, задания у меня все выполнены. Значит, так, пицца мне не нужна. Испытания, друзья, мы с вами прошли, да? День Дони у нас пройден. У нас также пройдено космические странности. Ну что же, я не хотел идти, конечно, за Армагоном. Но давайте просто пофармим. В конце концов, можем потом поменять это все на сюрики. В любом случае. Ну, начнем, пожалуй, мы с вами с арены. Я хочу посмотреть, где я нахожусь. Лига Сёгунов, ранг 45, то есть до мастера можно дойти, причем спокойно. Давайте-ка попробуем это дело провернуть. Так, Александр, Аразия и Элисон. Начнем, наверное, с Элисона. Так, 62 уровень, да, у него? А, нет, 63-й. Причем слэш прокачанный на 5 звезд. Вот это редкость, очень большая на самом деле. Ну, я буду делать немножко хитрее. Так, давай начнем, наверное, с 60-х уровней. Давай-ка возьмем, наверное, Муху сюда и Леонардо. Вот такой командой. В любом случае, мне надо сегодня как-то в мастера пробиться. А в этом деле, как говорится, все средства хороши. Ну что, приступим. Так, вертушка. Вертухай наш братан, да? Как написал подписчик. Ну и добивочный. Зергут. Отлично. Ну что, друзья, идеальная победа. Естественно, все кубочки мы получаем с вами. И я думаю, на 20-ю позицию мы перелетим. Проверим? Ну-ка. Давай, не скупись. 20-я позиция. 35-ю дали. Это плохо для меня. Дайте мне хоть одного персонажа, у которого будет серебро. Но таких нам не попадается. Ахмед. Давай-ка, Ахмед, мы с тобой немножко подеремся. Я буду немножко здесь вот так вот делать. И для подстраховки возьму Армагона. Да. Надеюсь, он своей фаталочкой здесь всех сможет забомбить. Ну, если это, конечно, не сделает Леонардо. А он не сделает, он не справится. Проверим. Давай-ка убедимся. Опс. Друзья мои, я сейчас рискую очень-очень сильно. Так, иммунитет вешает. Так, что бы нам замутить? Давай, наверное, вот так вот сделаем. Усаги немножко прокачает нашу команду, да? На защиту и контратака. Ну что, испытаем удар Армагона. Шикарно он бомбит. Ну, нет слов просто-напросто. Идеальная у него, конечно, вот эта вот фаталочка. Мне нравится. Ну что же, тогда мы с вами продвигаемся дальше. И вот теперь уже, наверное, я думаю, 20-я позиция будет. Давай не скупись. 21-я. Отлично. То есть, грубо говоря, нам еще нужно провести с вами два боя. Так, тут уже 66-й уровень. Ох. И тут такой же есть. Слушай, меня прижимают. Бекарыс. Бекарыс. Мне понравилось название, поэтому будем драться с ним. Возьмем Дони, Карайку. Я думаю, что, наверное, здесь возьмем Рокзара. И Криса Брэдфорда, конечно же. Ну что, попробуем. Так, ну, Леонардо сейчас вертушечку сделает. А, нет, Рокзар, наверное, первый будет ходить, да? Нет. Леонардо. Я думал, что Рокзар будет первым ходить и, естественно, брать провокацию. Но что-то тут не зашло у нас почему-то. Давай, вставай в провокацию. Добьем, кого нам нужно здесь. Слушай, ну здесь вот этот Леонардо очень сильный, поэтому нам нужно его убрать с поля. Ага. Так, Макмен. Ну, он просто... Ох, ничего себе, он просто... Он не просто, ребят, он бомбанул не по-детски. Я поставлю защиту. Тоже. Так, пробить нам нужно, наверное, Макмена.
Блин, Донателло тоже, конечно, немножко меня смущает. Ну, Макман, конечно, сейчас дал жару. Причем он под защитой. Доник-то. Давай-ка вот так вот попробуем его пробить. Оу. А если так? Шикарно. Слушай, я просто немножко пожанулся, что Рокзара у нас могут положить, и мы с вами получим очень мало кубков. И, соответственно, нам пришлось бы тогда не два боя, а три делать. Какая позиция? Шестая. Ну что же, мы уже почти в лиге мастеров. Остается только определиться. Слушай, ну вот здесь я вижу Райн. Он слабенький, да? 59 уровень здесь есть, 62-й. Как раз то, что нужно. Так, я даже могу, наверное... Раз, два, три. Слушай, рисковать, наверное, не стоит, да? Или будем? А я не знаю, что делать. Боюсь, его быстро забомбят. Тогда мы сделаем чуть-чуть по-другому. Я возьму сюда Зека и Леонардо. Но я никуда без него, ребят. Я просто привык, я присосался к этому Лео. И без него уже не могу ни один бой провести. Ладно, поехали. Бросаем бомбочку от Зека. Замедление сработало на всех. Ну и я думаю, что Лео сейчас добьет, наверное. Хотя не факт. Нет, ребята, все удачно получилось. Ну что же, у нас с вами остается один бой. Естественно, мы с вами перелетаем в лигу мастеров. Пока еще одна звезда. Самое главное, чтобы эти позиции сохранились до... Что? Да ладно. Почему? Господи, ребята, я думал, что мы перейдем, ага. Не тут-то было. Вот это подстава на самом деле. Вот это они меня подставили сейчас. Причем очень круто. Придется тогда еще сделать один бой. И никуда не деться. Ну что, Лео, давай. А, Майки у нас ходит. Ну, конечно же, уклонение, как же без него-то. Теперь Леонардо бомбит. Хиллер у них кто здесь? Я вижу... Тихо, 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 успокойся. Я вижу, у них Леонардо, да, есть? Он хиляет. Да ну, массовые атаки. Нет, только... Это очень, ребята, опасно. Твою же налево. Почему у него так много инициативы, а? Ну, кто мне скажет, почему? Как он умудрился забомбить мне? Бибопчик моего, а? Твою же налево. Вот, ребята. Но в любом случае, я надеюсь, что мы все-таки пройдем сейчас в мастера с вами. Несмотря на то, что у нас один персонаж погиб. Слушай, ну вот это меня, конечно, расстроило. Почему он перебил инициативу? Он стал ходить чаще и быстрее, чем я. Ну, не подведи, игра. Прикинь, сейчас на первом месте... Нет, нет. Все-таки пришли, но позиция 96-я. Слушайте, завтра я иду на работу, да? 12 часов меня не будет. То есть в Лиге Мастеров в любом случае я сохраниться не смогу. А нам с вами нужно сколько? Давай-ка посмотрим. Если мы с вами остаемся в Лиге Сёгунов, мы получаем 35... ДНК, 35. Давай-ка посмотрим, сколько нам нужно вообще. Так, где у меня Микеланджело? Давай-ка мы его сейчас быстренько найдем и посмотрим, нам просто нужно знать приблизительно. Так, что-то я не могу понять, где... Что-то я совсем невнимательно как-то смотрю на это все дело. Так, вот он 50, ну 60, да, грубо говоря. 35. В общем, нам хватит, если мы останемся с вами в Лиге Сёгунов 3 звезды. Конечно, хотелось бы задержаться в мастере, но это нереально. Ну что, друзья, турнирчик мы с вами завершаем и идем теперь на эксперт. Давай посмотрим, кого нам тут дадут, каких черепашек. Ох, красота-то какая. У-у-у, друзья мои, сейчас мы немножечко пофармим. Ну, этот фарм, конечно, мне не нужен, потому что Армагон у меня... прокачан, вы знаете, полностью. И давайте немножко будем развлекаться. Зачем я это сделал? Можно было и просто бомбануть. Так, Армагоша, ну успокойся. 40-й уровень, это вообще ни о чем. Это вата, на самом деле. Мы его сейчас двух ударов, наверное. А вот, вертушки будет достаточно. Точно? Точно. Блин, так медленно полетел. Три звездочки. Ну что же, этот уровень можем фармить. Но я думаю, что не стоит нам тратить телепорты, да, на это дело. Так, 2 ДНК. Эх, ну что же, эпизод второй. Поехали, друзья мои. Тут уже 50 уровень, но я думаю, что мой Армагоша здесь еще выживет в данный момент. Ничего страшного здесь не будет. Так, поехали. Ну, естественно, уклонение. Как же без него? Так, уклонение прошло. Так, вертушку. Интересно,
положим с одной вертушки или нет. Изи, тут по-другому не называть. Опять он так медленно полетел, как будто он в космосе. А мы на самом деле вроде бы как в космосе, да, на другой планете какой-то бегали. Так, и еще, да, и еще две ДНК. На третьем эпизоде уже 60 уровень, поэтому я убираю нашего Армагона, чтобы его не подставлять, чтобы у нас был этот уровень пройден на 3 звездочки. Но я боюсь за Микеланджело, за нашего. Тихо ты, успокойся, парень. Ой-ой-ой. Ты прикинь, да, Рафаэль бьет по Армагону и наносит минимальный урон. Вы не забывайте, что он сейчас будет применять свою ульту. Хотим мы этого или нет. А если, конечно, он успеет, но это вряд ли. Бумс, накатили ему. Ха. Ну что, давай попробуем тогда и следующий, четвертый эпизодик пройти. Ну там уже будет жестко. Сейчас у него такая инициатива будет. Так, 3 ДНК получили, да? А всего тут 6 эпизодов. Поехали на четвертый. Так, тут уже 70 уровень. Уже опасно, на самом деле. Ну, а на 80-й, я думаю, что идти даже не стоит. Хотя попытаться можно. Так, понятно. Ну, нам нужно в первую очередь, конечно же, уклонение поставить, чтобы они как можно чаще промахивались. Да успокойся ты уже, а, мутант-белка. Ты, вот ты смотри, какая у них уже инициатива. Они ходят все, причем сразу же. Минусанули. Так, я, наверное, возьму провокацию на Рафаэля. Пускай Армагон нас бомбит, хотя он сейчас будет, наверное, ульту... Ах ты, он броню на себя поставил. Ну, мы ему сбили. Так, давай-ка вот этот вот удар. Хотя надо было атаку просто делать. Там у нас была двойная. Немножко я это дело не доглядел. Пробиваем, интересно, или нет? Ух ты, какой крепкий. А так, если... Да я думаю, конец ему. Фух, слушай-ка, я, наверное, рискну пойти на 5-й эпизод. А вдруг получится? Ну, 6-й, конечно, мы не пройдем, потому что там будет 90 уровень. Нас просто размажут там. Но зато, если бы мне сейчас нужен был бы Армагон, я бы очень радовался. Но он у меня прокачанный. Так что, друзья мои, 5-й эпизод. Такое впечатление, как будто, знаешь, 5-й элемент. Ха. Поехали. Ну тут да, тут сейчас будет, конечно, расколбас полнейший. Так, бомбит. Сразу видно, да, он понизил мне, ребята, атаку. Ой-ой-ой, как он тут. Да, слабая, конечно, у нас атака. Очень слабая. Ох, еще и постепенный урон, да хорош уже издеваться-то над бедным Микеланджело. А нас это спасет, как думаешь? Нет, я хиляться не буду. Я все-таки сделаю вертушку. Ну, ой-ой-ой, один упал, это хорошо. Так, этот мощный удар, друзья мои, сейчас кому-то не повезет. Ох, ёшкин ты кот. Что нам сделать-то лучше? Давай я попробую, блин, эти белки еще тут. Ну давай я попробую так сделать. Можно было бы, конечно, взять провокацию, но вы сами понимаете, что его могут добить. Так, нам нужно хильнуться срочно, срочно, друзья мои, надо похиляться. Хорошо, что промахиваются. Так, давай, Майки, не подведи меня, родной. Хильни как следует. Так, а этот что сейчас будет делать? О, вот это, по-моему, фиаско для нас, друзья мои. Промахнулся! Он промахнулся, ты прикинь? Ну, парень, тогда уж извини. На-ка. Так, он опять выходит, да? Промахнулся опять. Уф. Изи-катка, я так понимаю, да? Или нет? Так, давай-ка мы, я не знаю, двойная атака у нас есть, да? Ну-ка, раз. Два-с. Хильнуться, может быть, нет? Давай я попробую пробить, может быть, постепенный урон его добьет? Нет, друзья мои, не добил. Но, тихо ты. В любом случае, я думаю, мы его сейчас подобьем. Фух, это было тяжело, но прикольно. Смотрите, мы прошли с вами 5-й эпизод, или какой, 6-й у нас был, да? 5-й эпизод мы прошли. 4 ДНК. Шикарно просто. И остается 6. Ну, ребят, вы посмотрите, что тут. 80 уровень это у белок и 90 у Армагона. Конечно же, мне не потянуть. Леонардо не вытянет. Вы сами видели, как он там бомбит. Но, тем не менее, я все равно доволен. Пускай лучше так, чем никак. Негодники. Да, тут тоже, ребята, бесполезно идти, потому что, как видите, 90 уровни, а мне дают вот таких вот слаймиких ребятулек. Смысл идти сюда? Я вообще не вижу. А ведь нужно зарабатывать нам потихоньку вот эти вот
элементы все. Вот эти значки, вот эти, они нужны, чтобы мы могли прокачивать наши скиллы до последней 7-й стадии. Но так как у меня слабый герой, естественно, я туда не пойду. Так, ну что, где у нас там Армагон? Вот он. А, нет, друзья мои, он у нас еще имеет 5 золотых звезд. То есть он ждет своей участи, когда перейти в платину. А следующий герой именно он будет, да? Для перевода. Давай обменяем. Ничего себе. 1470 сюриков. Неплохая прибавка. Мне нравится. Так, посмотрим, есть ли у нас дубли. И будем их с вами менять. Ага, тут у нас что такое? Острозуб. Конечно, меняем. Чтобы не отвлекал меня в следующий раз. И больше нет никого. Так, что у нас? 14 тысяч мутагена. Мы можем с вами поднять кому-нибудь уровень. Я хотел прокачать маленечко Донни, в принципе, да? Донателло. Или же Армагона. А почему бы нет? Армагон тоже заслуживает. 61 уровень. Шикарно. Так, смотрите-ка, друзья мои, что мы... А я сейчас... Ну-ка, подожди-ка, попробуем. Нам нужно найти вот такой вот фотоаппарат, я так понимаю, да? Одну штуку. И есть. А, это... Какие очки? Солнцезащитные очки. Да, это не похоже на очки, это на фотоаппарат больше смахивает. Ну-ка, 5000, друзья мои. Друзья мои, третья ступень прокачивается. Так, и увеличивает силу атаки на 60%. Вот это я называю шикарно. Что у нас там? Мы хотели в магазине с вами купить... Да, телепорты. Так, давай-ка приобретем 100 штучек. В общей сумме у нас 152 телепорта. Это нам пригодится. И я, знаете, что хочу сделать? Я хочу вот здесь вот крутануть рулеточку. Как вы думаете, стоит, не стоит? 6 телепортов мы тратим за это все дело. Поехали, фиг с ним, была не была. Давненько не крутили, поэтому, ну вот хочется, иногда надо. Но, и как всегда, да? Ну, естественно, естественно, тебе дают одно ДНК. Оно не остановится там, где 2 или 3 ДНК, а именно там, где одно. Ну-ка, останавливаем. Ну, как всегда, да? Да елки-палки, вы что, специально меня так подставляете? Ребят, последний раз крутим. Конечно, мне хотелось бы, чтобы выпал пак. Но это за всю игру мою, да, сколько я играю, всего лишь один раз такое вышло. Ну, не надо, Донни, давай вот сюда, вот на Рокстеди ему тяжело было перемотнуть, да? Вот надо было остановиться именно здесь. Ай, друзья мои, это все подставы. Подставы, по-другому не называть. Ну что, вроде бы и все, друзья мои. Такая вот коротенькая серия, но тем не менее... Пофармили сегодня Армагона, причем довольно неплохо. Если бы у меня были бы все персонажи, ну вот в данный момент Рафаэль, да, и Майки 90 уровня, я бы пошел бы с удовольствием на 6-й эпизод. Ну и конечно же, так, погоди-ка, что мы тут можем? Еще можем прокачать? На 4-ю ступень? Ёлки-палки, друзья мои. В следующей серии я обязательно пропаю ему вот этот вот скилл, да, привет, приятель называется. До 4-й ступени. Ух, я думаю, что он будет, наверное, сила атаки 70 или 75%. Жарить будет не по-детски. Ну, а на этом, пожалуй, и завершим серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!